Привет! Где я нахожусь? В больнице? Почти. Ты в образовательном центре, у тебя теплое, доброе сердце. Ты прошел курс обучающего воздействия, стимуляция мозга через месяц, не НРЦ. Под каким именем заполнять документы на выписку? А можно имя пока не заполнять? Я его еще не выбрал себе. Оно должно нравиться всем и мне.